Любители мультфильмов, внимание! Сентябрь принес нам богатую подборочку анимационных премьер. Уже в прокате мультик «Пернатый патруль». Главный герой — орленок, воспитанный курами, в связи с чем его не научили летать. Однако инстинкты подсказывают молодому орлу, что он должен парить высоко в небе, поэтому герой отправляется в путешествие. В «Птицеграде» он находит не только своих родственников, но и новую цель — стать членом команды пернатого патруля. Но не все так просто, ведь в городе зреет страшный заговор. Я не боюсь. Я же орел. Меня все боятся. Просто веточка. Также в кино начались показы мультфильма «Дозор джунглей. Кругосветка». По сюжету таинственный злодей покрывает джунгли розовой пеной, которая взрывается при контакте с водой. Ради спасения дома команда животных во главе с пингвином Моррисом отправляется в кругосветное путешествие наперегонки со временем. Они должны сделать все возможное, чтобы найти способ остановить уничтожение любимых джунглей до начала сезона дождей. А 21 сентября в прокат выйдет анимационная картина «Монстр и маги синих морей». Это история о волшебном мире тысячи островов. Многие века там счастливо жили разные животные, пока не появился опасный темный монстр. Только один маг решился бросить ему вызов, но чуть не погубил всех, поэтому был изгнан из родных мест. Но сдаваться он не собирается. Теперь магу предстоит преодолеть недоверие других волшебников, обрести силы и снова сразиться со злом.